Ха-ха, мужики, я остаюсь здесь жить, на. Здесь лучше жить. Фоба! Сначала его. Всем привет! Еще раз приехали. Посмотрим, как здесь будет работать. Вовка! Я покажу вам, если бомболюк нахуй. Вот видите, вон какой тут. Ну нету их сейчас, другой бомболюк сходим. Ушли, будем искать их сейчас. Да, да. Что, второй бомболюк их. Вовка! Вовка! Андрюха! Андрюха! Вовка! Ну что, ребята, мы все на работе. Сейчас поедем там, где металл снимают. Ой, сдают. Туда сейчас поедем. Там включимся. Здесь. Всем привет, он еще раз встретил. Здорово, поздоровайтесь, мужики. Здорово, здорово. Ты тоже бомжуешь, что ли, нет? Да. А ты где живешь тут? Да я так. Ну, вы потом что, куда поедете-то? Вот сейчас зайдем. И бомболюк потом? Ну, да. Ждите там, я сейчас поезжу и приеду к вам, привезу давай. Вам что-нибудь это, покушать, может, что-нибудь поговорим, хорошо? Ага. Ну все, давай, сейчас я туда заеду. Да, ну где-то около часа примерно, сейчас ну, куплю ладно, там вещи. Нет, вы сразу туда идите, купите бухло, идите, я потом приеду к вам. Ну все, ребята, хоть кого-то нашли. Ребят, ну вот сейчас съездили в стекло, это, металлопрокаток, сейчас поедем, это, фитфрай съездим, ножницы купим, да. Всякой этой фигни, им ног тебя стригать. Короче, сказали, что там этого Пашу-то, помните, его, говорят, убили. Ну, потом найдем Андрюху, он вам рассказывает. Давайте, до включения. Мы что, приехали в Фрайс? Ножницы, станки. Так, где у нас смотрите, купил ему ножницы, станочки и духи, потом мы прижгем ему лысину, чтобы он так, за раздражение не было. Ну все, давайте включимся позже. Костя! О, ты что, спишь уже, что ли? Сейчас, ребята, я туда спущусь. Посмотрим, что там Константин делает. Смотри за машиной. О, это опять скажете, что как ватник, блядь, перчатки одел, блядь. Так. Так, на Андрюха подашь мне сейчас, Андрюха, я застегнусь. Что мне там, блядь, сидит, нахуй. Сидит. Дяденька там мусорщик смотрит, на. Ой, моя. Ну что там, Константин, можно к вам? Можно. Ой, здорово, здорово, блин. Сейчас, я, блядь, сейчас, подожди. Опа. Че у вас? Как поживаете там, блядь? Ой, блядь, накурили, блядь. Ёпстыды, здорово, мужики, блядь. Ой, да, пьете да, что ли, блядь? Пьете? Да не вот. О, видите, ребята, как у них весело тут, блядь. Да. А что, давай хоть я присяду, чтобы немножко посидеть с вами, блядь. Что ты не сидят, мне хочешь, блядь. Тут бриту не надо, давай побреем тебя, нахуй, на лосы, блядь. Давай. Шапку, а? Вот чего надо. Давай побреем тебя, сейчас у меня там есть бритва, все побреем, помажу тебе, да шапку тебе новую куплю хуй. Ладно, все, добро. А ты что, тебя блоки не закусали хоть? Нет, у нас здесь тут. Он недавно, что ли? Ну, это вон со мной. А, он, я тебе говорю, вон со мной. То слышали, как Паху-то убили, знаете? О, часы. Не, вот, так его, вот, что, ты не скажи, его убили? Ну, сказали, что убили его, хули. Или сам свои. Да хуй знает, хуй знает.
У вас часы вот, блядь, у вас нихуя себе, блядь. Да, у нас их. Как в лучших домах Лондона, блядь. А что такой бардак у вас, блядь? Чего вы не пили? Да вот тут. Да нет, кушали только, блядь. Это мы наводили тут бардак. Ну. Там у нас мусор, кажется, слово мусора вынесли. А это, слышишь, а у вас есть где возможность радио заряжать? А. Нет у вас электричества? Я тогда вам радио, может, кто подогнал бы. Нет. А ты говорил, Вангин, где-то у тебя вот дворнику вот хуйня. А это там. Че там, Андрюха? Все нормально? Че не спускайся, спускайся. Че, металла-то сегодня много сдали, что-то у вас тут пожрать. Нихуя. Вы купили эту закуску, что ли, где-то, блядь? А где? Где берете-то? Нашли они, купили, блин. В смысле? Нашли это все? У нас съем там. То есть у вас запасы тут, да? Маленько есть. Ну ты, вы сейчас уже все равно никуда не поедете? Нет. Мы сейчас еще съездим, я вам приеду, давай побреем тебя, помажем, шапку тебе новую, чистую там. Это выбросишь только, сожги нахуй. Ладно. Чтобы тебя хоть в шине ебали нахуй. Да, там, да, не, у него он часы. У меня там есть это, бритву все купил. Надо. Помажешь себя одеколончиком нахуй. Ты там покушай что хоть, возьми. Я возьму, что, консервы взять вам? Есть ножи, что открывать? Лучше пиво возьми. Пиво? Ой, блядь, а жрать что, блядь, будете? Да жрать не надо, вот. Да вот, хрен. Ну давайте я пивка, только попозже, вы сейчас уже никогда не идете же. Нет. Ну, полторашку жрите. Возьмешь? А? Сумеешь полторашку взять? Так а что не смогу? Сказал же, я смогу. Базара нет. Крепкого? Крепкого. Да. Охота. Охота? Да. Охота, охоты. А тебя-то как зовут такой? Меня Валентин. Валентин? Че говоришь? Нас наснимает, блин. Да ладно. Пофиг, что у вас, что, будьте известные хоть надо. Ну видишь, вы, блядь. Пускай, я, блядь. Там... Моя супруга посмотрит на меня нашу, блядь. А что там? Давно расстались, нет? Да я даю поразуганчик, уж не нахуй, блядь. Да он то живет-то не живет. Да хули, блядь. Тут тебя не гоняют с лесарета, нет? Нет. Пока нет. Пока нет. Ну я местность не снимаю, где вокруг, чтобы тебя не знали. Ладно, ну как бы я. Вот что еще это за аппарат? Это камера. Вот. Скажи, ребята, камера. От Валентина привет, скажи. А Валентина, привет. От Валентина привет. Валентина. А, Валентина, Соня. Ты знаешь, ты какой-нибудь анекдот знаешь смешной анекдот? Кого? Анекдот. Скажи Соне и Коле. Соня, привет. Большой. Это кто такая Соня? Соня моя жена. А Коля мой брат. Тоже. Привет, скажи. Все. Все понятно. Как он видео видит, блин. Пускай. Да им подхавить. Пускай знает, да. Да еще это, блядь. Повернул. Ильдару привет большой. Чтобы мамку не обижал нас. А это кто такой? Это кто такой? Сын. Все. На, тебе еще, наверное, это привезти, Костя, ногти постричь, нахуй. А ну. Привезу тебе ногти грызку сейчас. Ну не часто, давайте я сейчас помотаюсь еще, приеду, подождешь, побреемся. Ты через сколько бреешь? Ну давай минут через 30. Что у вас есть пока выпить же? Да мы никуда не уходим. Ну и все, минут через 30 я поеду сейчас. Но. Пивка возьмешь? Пивка возьму, сказал возьму тебе, что ты, блядь, Костя? А мой что? А? А мой покрепче. Покрепче что? Ну а я спирт, вы сами, я вам дам денежку, сходишь, бегаешь нахуй. Ну ладно. Это кто? Потом. Я вам прикуплю полторашку. Блин, что я хотел тебе сказать, блин. Скажи. Ты мне перебил его. Это я вон камеру. Не ругайтесь, ребят. Чего вы ругаетесь, блядь? Мы поругаемся. Тебе сейчас веселее, блядь. Ты давно к нему присоединился-то? Валентин, ты давно к нему присоединился-то? Почему я сколько? Я 4, наверное, да? Ты не хочешь сейчас весело, а то грустил тут, блядь. Ну. А ты это, сейчас. Я тебе это даже не хотел говорить, что. А. А вдвоем? А вот здесь что? Машина есть, я. Конечно, есть машина. Чё, ты же меня на машине видел, Валентин, ты что? Ну, блин? Я видал, да. Это, слышишь? А ты не знаешь, это Игоря Бороду-то? Такой черный борода. Вот, видали. Ну, я сейчас тоже не видал. Все понятно. Блядь, Вовку Рыжего не могу. Вовку Рыжего не могу найти, блядь. Не видел его? О, блин, это вот. В общем, смотри, Костя, Валентин, ждите меня. Я сейчас приеду. Я не хочу. Это Никола. А, ты не Коля? Коля. А ты что, блядь, я тебе Константин, Николай. Коля, блядь. Я тебе говорю. Да, а я хули, блядь, не помню. Ха-ха-ха, блядь. Давай, долго жить будешь, блядь, не узнал, нахуй. Ну, в общем, Николай, ждите, я приеду к вам обязательно сегодня. Я 100% сказал приеду. Тебе сказал, пиво привезу, побрею тебя, блядь, помажу, шапку новую дам тебе, блядь. Чтобы тебя, блядь, это только сожгем, нахуй, ее сразу, понял? Все.
Все. Что у тебя блохи, блядь. Все забрал. Я сказал, приеду 100%. Все, мужики, дождитесь меня, ладно? Давай. Ну, может, ну, не через полчаса, может, попозже, но приеду обязательно. Ну, приедешь. Я приеду, пиво привезу. Ну, все. Ну, все. На, Андрюха, там. Только не включай. Конечно, блядь, как я? Я вам буду, блядь, буду с вами. Ха-ха, мужики, я остаюсь здесь жить, на. Здесь лучше жить. Опа! Ну все, ребята, поехали, потом заедем к ним. Коля! А нет, спят. Сейчас, тоже придем. Сейчас спят. Снимаешь, да? Да. Сейчас воды наберем, чтобы голову так ему палатки сбегать. Как у нас там в поселке один говорит, закалка это хорошо. Вот пускай закаляется. Сейчас спустимся туда к ним. Бомбарёк, они там уже нахерачили. Все, ребята, приехали к танку. Бомбарёку сейчас я варежки одену, спущусь туда. Будем его постригать сейчас. Так. Они эти прикрылись уже, спать хотят. Солнце не светило ярко им в глаза. Сейчас давай, отдыхай, я спущусь. Так, вещи смотрят. Да. Не разбиться бы, ребята, забрать. Пошли в комнату. Опа. Ну что, вы спите, что ли, блядь? Я сказал, что зайду, блядь. Валентин, блядь, ты что там, опьянел, что ли? Сейчас постригаться будем, на. Че? Сейчас постригемся, надо, намаримся. Все. Собаки ничего нету. А? Ну что, я думал, блядь, долго меня не было. Че ты говоришь? Блин, че? Пять камер, давай постригаться-то будем, нет? Будем. Конечно. Так давай вот эти водички принес, мыло, давай намыливай. И бреть будем, хули ты. А, бритва есть. А? Нет, блядь, конечно есть бритва. Деньги у вас уже. Да, игрушечные. Бля, нихуя у миллионера, думал. Вы, наверное, охуели нашли их, да? Думали, настоящие, да? Это нету, блядь. Я дал станок, вот. Только станок, блядь. Так ты вставай, хули ты. Смотри, даже будешь бриться, что ли? Я не буду, ты же не будешь бриться, что? Давай я посмотрел, то вши заебут нахуй. А мне нет, пока нет. Я только дому нахуй. Пока, блядь, будет скоро. А может. Давай ножицами тебя постригем, хули ты. Че ты? 100 рублей вам дам за это, постригетесь, блядь. 100 рублей за вашу. А ты отсюда, блядь, постригаться 200 рублей. 100 рублей дам, если постригешь. Ну ладно. Ну все, иди давай, садись на свет сюда, хули. Садись сюда, вот. Давай, он тебе Валентин тебе поможет, блядь, сейчас нахуй. Валентин поможет сейчас тебе, хули, блядь, он. Спасибо. Вот он пивка взял, блядь, пивню тебе потом, ну, блядь. Ну ладно, чё, спасибо, вы чё. Пошагайся нахуй. Раздевайся, давай. Да я. Давай, будешь водички польешь ему на голову, чё, помылишь ему. Чё, ему на сухую, что? На сухую. На сухую будет? Да. А чё ты, да ну давай хоть намочим, хоть, чё ты, блядь. Блин, холодно. А чё ты тепло же взял с труба-то нахуй? Ёб ты мать. Давай нахуй немножко руки наливай себе, немножко помочи голову тебе, помыли нахуй. Ну. Хуй дырёк, что? Танка хорошо. Блин. Скажи, привет, ребята, нахуй, постригаюсь, парикмахер, скажи. А я могу мадерафи. Давай. Так вот я же говорил уже, что ты. Давай, блядь. Ну, ногти сейчас постригем тебе, блядь. Хоть человечащий бритву подержи, блядь. То металл, блядь, ходите, нахуй. Ну, металл собираем, нахуй. О, блядь, а больше мочи хули ты жалеешь, что, блядь, а как это, блядь? Не жалею воду-то, блядь. Воды-то вон у нас колонки. Ты хоть не подтверждай, дёлка. А я молчу. Скажи, блядь, пизди, да, блядь, давай сейчас тебя побреем, скажи, нахуй. Ну, хоть ножницы на будет стричь, нет, блядь. Ой, блядь, замечательно, нахуй, сейчас большой состригем тебе, нахуй. Только смотри, чтобы я тебе там, блядь. Растительности хоть не будешь, блядь. Ты заебался, наверное, да, ваш? Да нет. Че, не шутка? Ну, в принципе, у тебя не вижу. Должны. Чистенько у тебя вроде, нахуй. Да давай, не мочи, не нахуй. Мочи, на. Ну, ты сами постригли его, нахуй. А он говорил по пьянке где-то, нахуй, ебанул, блядь. Ну, так, там, нормально, нахуй. Да, блин. А вы что, блядь, заснули-то, блядь? Я долго не было, ну-ка.
Ну сколько сильнее. Да нихуя там, блядь, давай мочи нормально нахуй, ептать. Мочи нормально, мыло есть. Нахуй. Сейчас еще Валентина подстригем, чтобы для нас вообще не ели нахуй. Да давай, не подтверждай, ёлка, помню. Я все молчу нахуй, больше не разговаривай. Вот ты говоришь, блядь. Нихуя грибочки поели, спать легли, да? Ну, а так, мы так с тобой заебемся на сухую, ты че хоть? Ты нихуя не мучаешь, блядь, ёб твою мать. Ты че, какой нахуй, ну-ка давай обровом, блядь. Ой, не, разом. Разом-то нихуя, блядь, видишь? Не, разом не пойдет. На, поблизи. Надо, блядь, тебе такой дамага разом, ты взять, блядь, ёбаный. Надо. Станок есть, нахуй, а хули, блядь. Какой станок есть у меня, блядь? Давай, хули, сотрягем тебя, хули. Покороче, прям сейчас придется и съездим, нахуй, чуть-чуть. Надо разом возьмем тебя, блядь, да? Нет, я могу. Ну ты, блядь, даешь нахуй. Давай кочерюшку запускай хоть, ёпты, хули ты. Сейчас пострижем тебя, блядь. Помоем нахуй и жениться отправим нахуй. А кому? Да что, найдем бабу, хули, мужика, блядь. Работящим. Блядь, не пили бы я вас сейчас на работу, сейчас бы увез, блядь, работали бы, жили там на лесоповале. А где там? А, на лесоповале, нахуй, лес валили. А я... Ну, блядь, конечно, сроки-то, ребята, блядь. Я, блядь, на трёпчике хуярю, нахуй. Нихуя, это там гладит, нахуй. Не, ну, это разовое не берёт. Я как его, на трёпчике хуярю, нахуй, блядь. Да? Где это? Ну, сейчас тогда хоть поеду, возьму, вон, пить пиво, поеду, возьму многоразовое остановку. И это как его, блядь. Бей пиво, да? Подождёшь меня? А, без пиво, нахуй, хуярю, нахуй. Ну, с лезвия-то, лезвие вставляется, знаешь, раньше, да? А-а-а. Такой, поеду. Он брать-то. Ну, пойдет же? Пойдет. Ну, ты понял, мой раз резин вставляешь туда, как не иди. А вы сколько проедете? Да вот сейчас вот здесь посмотрим, здесь есть нет? В марте. А вот я вот это не знаю. А вот это красное-белое. Да-да-да. Ну, сейчас мы... Вот здесь. Давайте мы сейчас приедем, он следит, подойдут другого какого-нибудь, поприедем. Как кого-нибудь? Сейчас приеду, давайте. Вот это вот такого, блин. Ну его сейчас подстригем нахуй. Давай, выходи. Давай, пейте пиво пока, сейчас приедем. Ну, давай, давай, давай. Давай, сейчас подстригем, приедем. Да вы не упадите. Да конечно, конечно, как мы упадем, блядь. Ты что? А, я вам подушку принес, смотрите какая. О, в машине лежала у меня, сидулка. Андрюха. А, что ты, блядь? Не подготовлено, ребята, блядь. Подошли к этому, блядь. Сейчас. Пойдем. Награсный станочек, ребята, и включимся надо. Рапиру такую, видите, наборчик сразу. Поехали брить его. Давай, заправляй ему. Давай, помоги ему сам побрей, блядь. Я хоть отдохну, что он не ездит, блядь. Денег таких больших отдал, блядь. Все для тебя, Николай, блядь. Ты что, шапку нахуй одел? Замерз. Замерз уже, блядь. Ладно. Давай мочи ему голову хорошо, блядь. И станок, блядь, баночку, где булькин-то будет. Потом тебя духами, блядь, побрызгал, представляешь, блядь? Вот так, ты духи купил. Для тебя, блядь, конечно, чтобы ты, блядь, обеззараживать нахуй. Давай, садись куда-нибудь, убирайте стол нахуй, садись сюда, чтобы на свету тебя видно было, вон, тебя брить, стричь. Блядь. Не пей их, они, блядь. А я не пью, я понюхал. Потом ебанешь нахуй. Давай сначала Андрюха побрей, блядь, а что не заправляешь станок-то, блядь? Надо его, блядь. Давай вот так убери, понял. Стол убирай нахуй. Потом стол-то понесли. А, все, Валентин, тоже, блядь, кучерявый, блядь. Тоже чешется, блядь. Говорит, нету ушей-то, блядь. Давай даже посажем тебя, блядь. Так, тоже его закушал, блядь. А? Тоже его закушал. Конечно, хули одного вылечим, вообще, а второй, блядь, будет мучиться, блядь. Да не в шее. Коля, это... Мне в шее-то нету. Нет, этого. Ну, блядь, заведутся нахуй. Кого? Стол посад сюда. А, это блин, посад, конечно, я вам принесу штуку их. Ребята, видите, принес им какую, блядь, штуку. А? Блядь, как дома блин, нахуй. Как вам? Только дарите, даже не знаю. Да никак надо, спасибо, скажешь, да и все, что ты мне не надо никуда. Ну, спасибо, это мало. Да не надо мне больше чего. Ничего. Так, а у тебя да. Агриза какая у вас? А? Агризация. Агризация? О, он. А, ну это Давай мочи ему голову, помогай ему, блядь. Что это нет, на сухую. Да ну нахуй, мы сейчас тебе раздражение, тебя потом, блядь. Так, это какой ты, блядь? Рапира, блядь, самая, блядь, мощная сделала. Нормально, нормально. Дорогой, нахуй, 5 штук тебе, блядь, оставлю, будешь потом бриться, ну, нахуй. Будешь бриться потом? Буду. Будешь бриться, да, блядь. Подарок. На, давай, распечатывай сам, как ты, блядь, я... Нихуя не знаю, блядь. Это... Что же, Шарай, говоришь? Он, блядь.
Объединенная нация, блядь, бомжи, блядь, и всего такого. Так же. Молодец. Да ты так есть. Может, мы все-таки помочь им, Никола? Воды, водички. Водой. А ты возьми, налей ему воды, куда мне сынок-то полоскать-то, блядь. У вас тут хули вода-то, блядь, рядом, у вас шоколадно живете, хули. Да, есть. Такой бардак у вас, мужики, вот, блядь, вот прибрались. Сами такой вчера пришли, нахуй. Ага, сами пришли, Николай это знает, что это, тележку где-то ебаный, что не сдали на металл ее? Не, его не надо сдавать, она пригодится. Так вот, колесико не найдешь, Николай. Вон она лежит. А, есть, ты какой-нибудь дарей это так, чтобы я с твоего мог полоскать его, нахуй. Что все банки надо? Все, там, давай, видишь, Юстас, блядь, сейчас хоть будешь бритый. А ты что ты, блядь, тут. Как я всегда говорю, бомж, блядь, а не свинья, блядь. Давай, заправляем он нахуй. О, блядь, не слупай, блядь, сто ног, ёпта, такие деньги отдал сейчас, блядь. Ну, на, я тебе еще. Да нахуй, блядь, может идет. Видите, у них, ребята, свои деньги, блядь, они своими деньгами пользуются. Им нахуй деньги не нужны, которые там, да? Да. Они вот такими, блядь, зарабатывают, они такие пьют, блядь. Вон баночки есть, нахуй, водички наливайте нахуй. Вот еще, блядь, деньгами ссорятся. Ребят, ну миллионеры это же, блядь. Нахуй, блядь, бомжизю, блядь, блядь. Ладно, так говори. Да, ну, че, блядь, ну, че, люди все равно, люди даже бомжи, ну, че, не, люди же. Вот все, заеби. Че, блядь. Вот такую вам небольшую помощь, помогу вам, побрею, пиво вам дал. Больше я тоже не помогу. Ну, маленько денег дашь. Ну, маленько, если постригу тебя, нахуй, на вас, блядь. Ладно. Давай, грудь-то. Ну-ка, давай. Сначала его, блядь. Да, блядь, какой-то... О, идет, нахуй, идет. Сейчас, блядь, будешь хоть... Шоколадик. А что-то хуёво как-то, блядь, ну... Дай это, блядь, привет мамке своей передам на фигуре. Она по телевизору будет показывать, нет? Да, конечно, блядь. По НТВ, да? По НТВ, блядь, по УРТ, нахуй. Ну, ладно. Мама Соня, она... Руслану привет. Сейчас я передаю, давай послежишь, нормально передашь, привет. Мама Соня, мне привет, я бичую, нахуй, блядь. Молодец. И пью, блядь. Все. Больше не пью. Ты бы, наверное, свою счастье взял бы, так руками, нахуй, убрал бы, а то она, видишь, не смывается, ни хуй, нет. Не, ее надо смыть, нахуй. Не, так не сбрежь, иди сбрежь. Не, вот так, видишь. Музыка заиграла, хорошо. Так все, блядь, все под музыку вам, блядь. Не, ее надо промывать, видишь, она шерсть. Вот туда, блядь. Убирай шерсть, нахуй. И на эти побрею, хули. Давай ты будешь убирать, я тебя буду брить, нахуй. Камрон, убирай. Нет, нахуй. Ты играй, а я буду брить. Да, нельзя музыку убирать. Давай, хули. Ладно, блядь. О, блядь. О, как хорошо берет, нахуй. Больше я, блядь, сказал, блядь. Засирается махом. Брат меня, блядь, бросил. Жена меня бросила, да, нахуй. Вытаскивай их, нахуй. Я забесил. Это не мне объяснить. Да, ты он. Я, говорю, на твою лысину смотрю, нахуй. Блядь, сейчас он еще, блядь, будет лысенький. Сейчас его шампунем его этим еще побрызгаем, нахуй. Духами, блядь. Он все, девки, блядь, и он и будет, нахуй. Быстро засирается, хуёво, блядь, сука, вроде денег... Да она забивается, нахуй. Ну, вроде денег дохуя стоит, блядь. Да. Ну, у тебя, блядь, ничего, этих зверей-то нету, блядь? Да не. Не видишь? Ну, ты куда-то их выгнал, что ли, блядь? Да. Давай, нахуй, чисти, блядь. Не, ну, потерпишь, нахуй, подумаешь, нахуй. Да, блядь, с одним дураком-то... Да я не хочу говорить. Постриги, да постриги, ну постриг меня. Я лучше покурю нахуй. Ну давай. Пока стригись. Садись, так уже. Ты куришь и стриги, блядь. Я нихуя не. Тебе какую стрижку сделать? Да, хуй я. Крот. Под насадку что ли? Да. Ну а под тебя. Давай. На голову тебя побреем. О, блядь, нихуя по стигару у Валентина модный, блядь. Ёба. А что не сдали-то, блядь, его на металл-то, блядь? Нихуя. Что, память, блядь, о жене? У меня жена, у меня же нет уже вообще. Ну как ты же, блядь, можешь опять вернешься, нахуй? Я с ней живу, нахуй. Да? С Николой вернетесь, блядь? Ну, вы будете вместе с ней любить ее. Вот у меня встречи, блядь, ой, Валентин улетел, нахуй, блядь. Давай, ты хороший, блядь. Красава, очищай. Дай тебе денег, чтоб пиво купил.
Ты давай побреешься. Видите, блядь, уже меня платят за стрижку, блядь. Бомжи, блядь. Я говорю, вот так вот. А вы говорите, что они бедные. Они богатые, блядь, мужики-то, блядь. Да чего вы богатые? Смотришь, сколько денег. Вот, вон, видите, у них свои деньги, блядь. Свои это какао. Как они называются? Какао. Бетонты, блядь, бетонты. У них всегда готовы. Ой, блядь. Да, скажу, блядь. Блядь, не вы, нахуй. Ты убирай. Вот что, блядь, не пожать, хуя, блядь. Что не пожать, блядь? Ну все, блядь, вон. Ну. Я сейчас дам немножечко денежек. Да. Подкинул, что-нибудь купите сами. Смотри, сколько денег. Давай, ты, блядь, не здесь нахуй. Ай, даху, блядь. Похуй, блядь. Давай, смотри на меня, нахуй, блядь. Чтоб мою харю видали, нахуй, блядь. Да, вот так вот. Я Валентин Талаев, нахуй, блядь. Бессовестный, блядь. Вот и пускай. Давай, блядь. Ай, блядь. Почувствовал, звезда будешь, блядь, ёпсы. Да хуй себе нахуй, блядь. Тебя сейчас все будут. Сейчас смотрят, блядь. А вот я сейчас хуй все знаю будет, блядь. А мне хуй не знать нахуй, блядь. Ну скажу, о, блядь, какой молодец, нахуй. Давай, чё, чуть-чуть зайдём уже, блядь. А ты, блядь, как Ленин, будешь ходить? Не, сейчас нормально стало у него. Сейчас он будет, блядь, пожалуйста, как Гоша Куценко, нахуй. А что, у вас сегодня нет уже обхода? Все, не поедете больше? А мы никуда не ходили больше. Нет. Металл-то? Не... А мне ходили. Нет, сегодня ходили больше не поедете? Нет. Все, сейчас нахуй. Спать будем нахуй, блядь. А хули спать? А что, ты это... Вы на сколько металл-то сдали сегодня вообще? Сколько день у вас уходит? Денег? А вот мы пачку сигарет купили нахуй, блядь. И спирт? И смарики взяли, и все. Фасолики два. Два фасолики? Ну что, все, уже выпили новые? Да, конечно. Да, это хуйня. А как вы вообще с похмелья болеете, да? Да. И что делаете, когда с похмелья болеете? Нахуй, хули. А ты уже вот, а есть колонка рядом, нахуй, блядь. Где она? Пятилитровая, блядь. А вон, у вас нихуя, блядь. Я тебе говорю, это самое модное место, блядь. Колоночка рядом нахуй. Колонка рядом. Ничего, блядь. Вот до Сергеса нет. Машинка взяла. Включай, Павел, сейчас мы. Что, ребята, видите, уже к концу подходит стрижка. Видите, молодой стал уже, блядь. Все, нахуй, Никола, блядь, сейчас ему в мужи жениться его правим, нахуй. На меня один, нафиг, блядь. Валентин почувствовал это, нахуй. Звезду, блядь. А, типа меня, блядь. А, все, звезда, блядь, да, стала? Ой, спасибо. Спасибо большое вам, нахуй. Да, конечно, давай, иди себе хорошо. Я с него, нахуй, блядь, хуй. И не выходил бы он не стриженный, блядь. Не будет. Я сейчас тебе, Никола, самый большой состригу. Ну и все. Нет, пускай так выровняю. Второй вопрос. Андрюха нашел. Да не нашел нихуя, где он, не знаю нахуй. А что вы его ищете вообще? Да, я ему хотел это... Кого? Предложить. Одну эту. Ну там, по работе. Мне предложить. Так ты видишь, ты бухаешь, блядь, ептать. Да я это перестану. Так ты вот, давай я на следующее воскресенье приеду, если перестанешь, я тебя на работу устрою. Давай, приезжай. Вот я приеду в воскресенье где-то часиков 11. Если мужики не будете, будете трезвы, я вас увезу на работу. Будете работать, жить там. Сегодня восходень. Сегодня воскресенье, через неделю ровно приеду. Я же тебе говорил, блядь, Валентин, ты меня убиваешь. Че, он не помнит нихуя? Заберешь. Я говорю, если приеду, вы будете трезвы, я вас заберу. Да. Будете работать, будете жить, будете есть у вас, будет, да, деньги. Давай, сейчас поворачивайся. У меня, как говорится, блядь, тракторы, нахуй, блядь. Вот там, там человек, говорю, но... ему лишь бы, чтобы вы ответственны были, не пили, а то хули бы да, хуй да, будет. Да. Ну все, тут давайте, тут уж сами добреетесь, да? Потом со временем. Да, я тебе хоть это обработаю, блядь, головешку там тебе обжегся, нахуй. Вау. Жжет. Вот потом смоешь, ага, сам. Жжет. Тут болячка у тебя, ой, болячка сожрали. Ну, а что ты, блядь, о, ребята, пахнет, он сейчас, блядь, на брызгом по девкам пойдет, нахуй, ёб, стыдно. О, блядь, запах, нахуй, ребята, во. Не, все хорошо.
Ой, блин. Да вы... хоть не пейте, оставьте так вот, будет пользоваться, чтобы запах у вас не был. Не пейте вот. Его, хуй там пить, хуйня. Не, я мой не пьем. Не, я говорю, просто он, блин, побрился, побрызгался хоть, блядь. И заебись зала, блядь, вам. Ой, блядь, тихо. Пойди надо. Ну все, у вас все заебись. Давай, я вам 100 рублей дам, да поехал я, ребята. Ну давай, добрейся. В воскресенье я тебе говорю, если я приеду, пить не будешь, блядь, я тебе 100% на работу везу. 100%? Да, 100%, если ты не пьешь. И я тоже не пью. Давай, вам купите сигарет себе. Да. И... ну да дай еще что-нибудь. Хватит, хватит вам, хватит. Нет, ты что нагреешься? Да, да, да. Я же не миллионер. В общем, Коля, слышишь? Да. В воскресенье приезжаю следующее, через неделю, где-то часиков в 11. Трезво, я вас забираю, вы уже будете работать. Будет работа у вас, все, сжать и... Все, нам убиво сделано. Все, вот телефон тебе сделали, понял? А, ну все, работает. Все нормально, да? Скрыли его, да, продавай его, и все, нахуй тебе это. Продайте его, да и все. Ты что, продашь? За 500 рублей купят у вас. Ну, пускай тебя будет, и все, и что там, на работу устроим, вам будет звонить, вы будете, нахуй. Ты не вздумай продавать его. Вон, вон, да. В общем, смотрите. Коля, услышай меня, ты нормально сейчас? Да, пьяненький, да. Запомнишь? Не, я не пьяненький. Через неделю я приеду. Трезвы будете, поедете на работу. Все сделаю, будете, да. Работать, будете жить там. У него домик есть там, все. Нормально все, да. Работать будете, все. Блин, если, если захочешь. Ну, будете, не приеду в 11, вас не будет, будете бухать. Ну, я-то, не буду. Там не нужны бухари просто им. Да я понимаю, но... Ну все, мы поехали тогда. Да. Давай, добривайся тогда все. Пиво купил, он все удал. Все. Ну. Давайте, мужики, все. Если нормально. Давайте. Все. В общем, давай. Воскресенье. Давай. Лучше забить, если что. Все будет тебе. Давай, пожалуйста. Не забудьте. Хорошо? Слышите? Все. Угу. Давайте. Ну все, мы поехали. Давай, до воскресенья. В воскресенье приеду. Будьте трезвы, все, поедете на работу. 100% сколько? Только не бухайте. Да, потому что там пьяный нахуй не надо. Ну все, мужики, я уехал. Давай. О, мужики, печатки дайте вам. На, давай, лови. Опа. Ну все, ребята, мы поехали пообедаем и будем продолжать дальше поиски. А вам давайте пока-пока, ставьте пальцы вверх.